Чтобы 4 миллионам свердловчан разослать квитанции в почтовые ящики, необходимо 25 тонн бумаги. Для этого надо срубить парк из 250 елей, каждая из которых росла треть века. Экономьте свое и природное время. Заходите на сайт «Энергосбыт Плюс» и оплачивайте коммунальные услуги по электронным счетам. «Энергосбыт Плюс». Дома светло и тепло.